Сирии завершена эвакуация мирных жителей и повстанцев семьями из 4 осаждаемых войсками Башара Асада городов на севере страны. Тысячи человек перевезены в Алеппо, которые также находятся под контролем правительства. Далее их должны направить в подконтрольную оппозиции провинцию Идлиб. Эвакуацию останавливали на 2 суток, так как стороны не могли договориться об освобождении 750 оппозиционеров из тюрем правящего режима. В итоге стороны договорились о том, что 500 повстанцев выйдут на свободу 21 апреля. Еще 250 освободят позже. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, 2 ранены. На Луганском направлении боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. В 2 случаях применялись минометы. На Донецком участке было 17 обстрелов. 3 раза враг использовал тяжелое вооружение. На Мариупольском направлении оккупанты обстреляли жилые кварталы Маринки из минометов и танка. В результате были повреждены 5 домов. Всего же здесь зафиксировано 19 случаев нарушения режима прекращения огня. В 4 из них боевики использовали запрещенное вооружение. Украина удвоит усилия по сбору доказательств против России для Гаагского суда. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин. Он отметил, что решение Международного суда ООН по делу «Украина против России» приблизило момент, когда Кремль будет привлечен к ответственности за действия, нарушающие международное право. Он добавил, что наша страна продолжит отстаивать использование термина «терроризм» в отношении действий, которые предпринимает Россия против Украины. Приложение помогает сократить объем пищевых отходов в Европе. В обеденное время берлинские кафе, рестораны и закусочные заполняют голодные посетители. На кухне все жарится, кипит и запекается. Но к концу дня, несмотря на ажиотаж, остается много еды. Ее судьба – мусорное ведро. Но есть приложение, которое помогает сократить объемы пищевых отходов. Прямо на телефон клиенты получают базу данных заведений, где можно поесть со скидкой. Обычно незадолго до закрытия. Стоит блюдо от 2 до 4 евро, то есть в разы дешевле. Приложение можно скачать бесплатно. Оно работает в 9 европейских странах, включая Великобританию, Германию, Францию и Данию. Однажды в ресторане со шведским столом я увидел, что вечером осталось много еды. Я спросил официанта, что вы делаете со всеми этими продуктами. Оказалось, что их просто выбрасывают. Я начал копать глубже и обнаружил, что это проблема многих заведений. Мне стало не по себе. Растрачивается так много ресурсов, а во многих странах еды не хватает. Пользователи видят в приложении кафе и рестораны неподалеку, где можно поесть, количество блюд, время, когда можно прийти и стоимость. Оплатить ужин можно при помощи того же приложения. Это хорошее дело, потому что жалко и глупо выбрасывать еду, которую и так уже приготовили. С другой стороны, это очень дешево. Я студентка, поэтому рада, что могу попробовать хорошие блюда так недорого. Работники ресторанов тоже довольны. Нам не нравится выбрасывать еду, особенно перед выходными, когда остается много излишков. Упакованные продукты мы оставляем у дверей, и люди этому рады. За час ничего не остается, и это нас радует. Но что касается запеченного картофеля или салата, или супа, мы не можем их выставить за дверь, поэтому приложение очень помогает. Теперь разработчики намерены представить программу в США.